дни Минска проходят в Будапеште. Города намерены нарастить товарооборот. Сейчас он чуть более 43 миллионов долларов. Больше всего на экспорт в Будапешт уходит молочной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются тракторы и косметика. Сегодня 10 минских предприятий экспортируют товары в венгерскую столицу. Новые перспективные проекты будут проработаны в рамках бизнес-форума. Его участники обменяются опытом в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры, туризме и культуре. Венгрия входит в тридцатку крупнейших торговых партнеров Беларуси. В 2017 году товарооборот стран превысил 185 миллионов долларов. Венгрия покупает минские тракторы, лесоматериалы и фанеру, части моторных транспортных средств и двигателей внутреннего сгорания. В минувшем году появились новые экспортные позиции – шины, телефонные и телеграфные электрические аппараты. Из Венгрии импортируются лекарства, электротрансформаторы, легковые авто, вычислительные машины. Растет и оборот услуг. Перспективными направлениями белорусско-венгерского сотрудничества являются сельское хозяйство, пищевая промышленность, кредитно-финансовая сфера, строительство, производственная кооперация, фармацевтика, туризм, инновации. В 2013 году две столицы связал прямой авиарейс. В Беларуси зарегистрировано более 10 организаций с иностранными инвестициями из Венгрии. В Беларуси также функционирует представительство венгерских фармацевтических компаний.